Всем привет! Японская фигуристка Сатока Мякара удостоилась награды за особые заслуги от города Такацуки, префектура Осака. Я знаю, что дальше будет только сложнее, но буду продолжать работать, не покладая рук в новом сезоне. Хочу переучить все прыжки с чистого листа, сказала фигуристка во время вручения диплома на катке университета Кансай. На следующей неделе Мякара начнет работу над постановкой новой произвольной программы. В апреле Мякара возобновила учебу в университете. Прошлой весной она брала освобождение от посещения занятий для подготовки к Олимпийским играм 2018 года. В Пхёнчхане 2018 года японка стала четвертой. По сравнению на 2 мая 2018 года занимает 8 место в рейтинге Международного союза конькобежцев. しっかり全日本までにしっかり。この舞台に挑んできました。日本乗り越えてきました。迫る見事な高得点です。逆方向。